І в Белгороді, сумнозвісному, в центрі поставили бетонні укриття, а зупинки позаставляли мішками з піском. Розмі пише, що це має врятувати РФівців від обстрілів. Губернатор тамтешній Гладков анонсував аж 400 таких ось бомбосховищ і відчитався про вже встановлені. За прошедшие дні установили в Белгороді 22 остановки из бетонной конструкции, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу, их установили 3. Немножко нужно время на изготовление, но планируем, что с сегодняшнего дня порядка 10 плюсов модульных конструкций будем устанавливать. А всего уже в плане 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций. Ну, конечно, ждем ваше мнение в части того, правильно, на правильном месте установили, потому что, конечно, максимальный охват должен быть по защите населения.